А мы вновь на ProDexpo 2021. У нас новый очаровательный спикер. Здравствуйте, представьтесь. Какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Елизавета Ландырева. Я начальник коммерческого отдела акционерного общества «Кавминводы», завода по производству минеральной питьевой воды торговой марки «Новотерская». Замечательно. На выставке обычно привозят какой-то революционный новый продукт или, наоборот, свои хиты. Что вы представляете в этом году? С чем приехали? Но, безусловно, я считаю, уверена, что наша продукция, которая уже более 20 лет на рынке, это хит, ежегодный хит, и нас знают большинство россиян. И сегодня мы на этой выставке приглашаем попробовать уникальную минеральную воду без добавления двуокиси углерода, то бишь негазированную. Да, потому что очень многие наши покупатели пишут нам, обращаются с тем, чтобы мы представили именно такой продукт, который, по их мнению, наиболее полезен. Ну, что ж, мы ждем на нашем стенде. Приходите, попробуйте, оцените, что, как вообще на вкус наша продукция без газа. С удовольствием. И такой вопрос, он, наверное, стандартный ко всем производителям. Как вы пережили этот год? У кого-то, может быть, регрессия была, а кто-то, наоборот, на своей промышленной мощности вывел на новый уровень, когда вывел какие-то новые конвейеры, вывел новые виды продукции. Вот как у вас этот год произошел? Ой, Сергей, ну он, безусловно, был сложным, наверное, не только для нашей компании, но и для большинства производителей. Но мы справились, я могу сказать, что мы не останавливались, мы продолжали работать, мы сделали все, чтобы наше предприятие обошел этот недуг, линии продолжали работать, продукция продолжала выпускаться и продаваться. То есть в целом и в общем могу сказать, что 2020 год был не хуже предыдущих периодов, чем мы, безусловно, очень гордимся. Вот. И более того, несмотря на то, что были сокращены большое количество мероприятий, да, связанных как бы с продвижением конкурсов, фестивалей, где участвует регулярно наша минеральная питьевая вода, мы все равно смогли завоевать определенные награды. В частности, мы вошли в золотую сотню продуктов, да, питания России в 2020 году. Мы получили золотые медали конкурса «Гарантия качества» и минеральная питьевая вода были отмечены. И наша питьевая вода «Новотерская». Очень особо ее хочу отметить, потому что покупатель ее мало знает. Она также была, был получен сертификат, который подтверждает ее качество автономной некоммерческой организации Роскачества. А требования у них на всякий случай превышают требования наших действующих стандартов государственных. Да. Замечательно. Вы показали, что у вас есть новый продукт, который просил покупатель, и да, вы ему его дали. Следующая выставка, которая будет в следующем году, наверняка уже вот есть какой-то у вас вектор. Что вы новенького такого приготовите, что вы новенького нам покажете и как будете удивлять? Или пока вы держите это в секрете и не будете раскрывать все карты? Безусловно, мы приезжаем сюда, чтобы посмотреть, и как, что представляют, какие новинки представляют другие компании-производители, бутиляторы. Да, это нам интересно. Пока тоже не буду раскрывать все карты, потому что есть некоторые цели поставлены, задачи. Мы сейчас активно над этим работаем и будем надеяться, что в следующем году мы удивим наших дорогих покупателей новым оригинальным продуктом под брендом «Новотерская». Отлично. И мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо, и до встречи в новом году. Спасибо.